Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Элизабет Рут Джуда, рожденная Гольштейн и известная профессионально как Джей. Британский художник, британский фотохудожник, наиболее известный своими новаторскими модными фотографиями и работой младшего редактора и фотографа журнала «Амбассадор» с 1940 по 1965 год. Родилась в Дармштадте, Германия, 2 мая 1911 года в семье философа Маргарет Нойман и Юлиуса Джоэля Гольштейна. В молодости переехала в Париж, где нашла работу секретарем банкира. В 1931 году вышла замуж за своего возлюбленного детства Ганса Петера Джуда. Они переехали в Берлин, где муж был финансовым редактором Берлинер Тоги Бла. В 1933 году они бежали из нацистской Германии в Лондон с двумя чемоданами и скрипками. Я цитирую Википедию. Джуда изучала фотографию фотографа Баухауза Люси Махолли. В то же время Джуда и ее муж Ганс жили в Лондоне, где он был редактором британского торгового журнала «The Ambassador», как я уже сказал. Вскоре после этого Джуда устроилась так называемым «мальчиком из темной комнаты» в лондонскую студию Skyone. Позже она работала фотографом в рекламных кампаниях, модных журналах, в том числе в Harper's Bazaar. Ханс и Элизабет Джуда открыли в Лондоне дополнительный офис голландского журнала International Textiles. Однако после 1940 года, когда Амстердам перешел под контроль немецких вооруженных сил, издание журнала оказалось слишком трудным для продолжения. В марте 1946 года изменили название публикации на посол «Амбассадор» и переключили внимание на британскую промышленность, торговлю и экспорт. «Амбассадор», британский экспортный журнал, стал голосом британской экспортной продукции, когда после 1945 года национальная торговля пыталась вырасти. Журнал выходил ежемесячно на 4 языках, подписчиков было из более 90 стран, тираж 23 тысячи экземпляров, прилично. Муж Ганс придумал для посла официальный девиз, посол журнал «Амбассадор», официальный девиз «Экспортируй или умри». Позже журнал стал основным продуктом маркетинга и обзора прессы для Германии, отчаявшейся восстановить свое положение в послевоенном мировом экспорте. Говорят, что эта фраза стала мантрой для отечественной обрабатывающей промышленности. Критик Роберт Мелвилл описывает «Амбассадор» как самый смелый и предприимчивый отраслевой журнал за всю историю. Ни один другой журнал не продемонстрировал так последовательно и блестяще актуальности произведения искусства для решения проблем промышленного дизайна. Фотография Джуды для журнала «Амбассадор» сочетаются элементы моды, модернизма и коммерции. Джуде удалось запечатлеть все грани возрождающейся послевоенной Британии через объектив своей камеры. В 2009 году в галерее Arts Equipment была проведена долгожданная и чрезвычайно успешная выставка «Элизабет Джуда» 1940 по 1965 год. Музей Виктории Альберт и Национальной портретной галереи были предоставлены негативы для производства 140 исторических гравюр, многие из которых никогда раньше не видели и не демонстрировали. Элизабет использовала локации, чтобы создать неожиданные театральные декорации, чтобы в полной мере ощутить новую эру туристических самолетов. Фотографии Элизабет демонстрируют остроумие и юмор. Однако, что более важно, ее работы раскрывают творческий потенциал, который довел восприятие до пределов модной фотографии того времени. Ее изображение пронзительные и свидетельствуют об ушедшей эпохе, но опережают свое время и особенно актуальны сегодня, как написано в Википедии. Джуда была портретистом, который фотографировал многих британских художников 50-х, 60-х годов, в том числе Генри Мура, Джона Пайпера, Грэма Сазерленда, Кеннета Армиджа, Питера Блейка, ну и, конечно, участвовал в создании портрета Черчилля Грэма Сазерленда. Умерла 5 июля 2014 года. Вот так вкратце об интересном человеке Элизабет Рут Джуда, британском фотографе, наиболее известном своими новаторскими модными фотографиями. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Знаю что-то новое.